Добрый день, с вами Ирина Багнюк, канал «Усадьба Багира». Сегодня у нас фикус микрокарпа. Вот. Мы его снимали прошлой осенью, можно сказать, уже даже зимой. Вот, через 6 месяцев примерно, вот, чуть больше, вот так вот он выглядит. Так оброс зимой, он почти не рос. Он был в теплице. Была прохладная зимовка, не рос, а за весну и вот начало лета вот так. Значит, что мы с ним будем делать? Можно было его чуть-чуть раньше снимать, на пару недель, пока вот эти вот ветви, вот они не выросли такими длиннющими. Но я не успела, потому что это надо в видео, я не всегда все успевается вовремя. Поэтому он чуть-чуть зарос. На его обрезки это не влияет. Это влияет то, что я не успела, только на то, что вам будет хуже видно. Пока они не выросли такие большие, было бы лучше видно, но тут чуть сложнее. Значит, что мы будем делать? Мы ствол, вот смотрите, у нас тут есть каркасные ветви, есть крона, высота кроны плюс-минус. И есть вот ствол, который хочется видеть. Со временем пересажу его в плошку, чтобы был виден лучше ствол. Он довольно сильно заглубь, тут пусто вот так. Вот так, да? Плохо виден ствол, а он довольно интересный. Вот, что мы делаем? Значит, тут наросло очень-очень много чего-то внизу. Мы это все сокращаем, убираем совсем новая поросль. Из каркасных ветвей немножечко их сокращаем, чтобы они у нас нормально ветвились. Убираем лишнее. Также поросль между этими каркасными ветвями убираем. И крону тоже опять фиксируем на какой-то высоте, чтобы она у нас не была очень большой. У этого фикуса не будет очень большой. Значит, начинаем вот с этих на стволе. Маленькие. Вот они все небольшие. Ну, есть побольше. Сейчас покажу. Вот такие. Это все уходит просто из основания наших каркасных ветвей. Вот так. То есть вот что я делаю. Вон там по точечкам видно, где были убраны маленькие. Так, идем дальше. Где-то тут внутри тоже. Тоже уходят. У основания каркасных вот этих больших ветвей. Так. Потому что они сейчас разовьются в новые длинные. И это будет там совсем-совсем внутри. Совсем внутри кроны тоже убираем, заглядываем. Я их буду комментировать, что делаю, потому что показать тут нет возможности. По крайней мере, пока вот эту поросль удаляем, совсем не видно. Перейдем к ветвям, которые будем сокращать, чтобы ветвить и останавливать в росте. Там вам будет видно и понятно. А пока просто убираем внутрь. Вот сейчас, что я делаю. Вон внутри. Вот она, вот она, вот она ветвь. Вот она откуда-то куда-то идет внутрь. Вот вторая тоже где-то там в середине пробивается. Вот это все удаляем. И сейчас мы так их проредим. И будет тогда не так много всего этого. Будет хоть что-то видно. Так. Ну вот примерно так. Теперь идем, ищем, где у нас наши ветви. Вот с этой начнем. Вот у нас. Это все пока не смотрим. Вот у нас ветвь. Вот она хорошо ветвится. Вот ветвится, ветвится. Чтобы это поддержать, сокращаем. То есть маленькую тут еще нечего сокращать. Сама растет. Это уже можно ветвить. Следующую. Так, ее можно... Ее бы пораньше вот тут ветвить. Но тут как-то у нас есть уже один срез. Она ничего не пробудила. Оставим так. Следующее. И вот это убираем совсем, потому что она длинненькая.
И это сокращаем. Не очень хороший тут вот изгиб, но хотелось уйти от этой толстой, переведя уже на какую-то тоненькую. Что-то тут пробудится, и мы еще раз сократим. У нас будет хорошая веточка. Вот примерно что-то похожее мы будем делать со всеми каркасными ветвями. Так, тут вот еще опять выросла поросль закрывающая. Так, опять вверх убираем. Вот у нас веточка. Вот у нас веточка. Это тоже не ее. Вот она прекрасная. Хорошая. Так. И вот это все. Ой. Хочется, чтобы вам было видно. И в то же время обрезать. Чтобы вы видели, что я делаю. Вот. Вот прекрасная ветвь. Коротенькая. Разветвленная. И у нее есть вот тут тоже листва. Вот эту листву наверху мы сократим, по два листика на них оставим, чтобы она вроде была зелень, но в то же время не росла длинная вверх сюда. Вот. Так, следующее. Вот. Опять это убираем. Вот эта ветвь. Тут у нас прям очень много всего. Есть тоненькие. Ой, вот. Отодвину. Вот тоненькая. Вот, есть хорошие, толстые, большие. Мы смотрим, что-то мы из тоненьких или из толстых уберем совсем. Вот так сделаем. Так. Вот здесь. Если надо, чтобы вниз располагалось, используем эту ветвь. Если хотим приподнять вверх, используем вот эти маленькие. Но это вниз очень длинные междоузлия, а у этих коротенькие хорошие. Сильно вниз нам тут не надо. Убираем ее. Вот остальные сокращаем до пары листиков. Вот они. 2-3 листика оставляем. Так, вот это вот перекрывает нам всех. Убираем. Сейчас не подлезть туда. Так. И вот это сокращаем до 2. А эту толстенькую вот так убираем. И вот эту уже видно, что она точно нам не нужна, эта поросль. Так. И в другую сторону у нас такая же. Тоже убираем ее совсем. Так, ой. Что-то тут ломается. Так, вот это тоже убираем. Это вот так. Ай. С пенечком срежу. Вот мы получили веточку. Вполне разветвленная, нормальный маленький междоузлие, мелкий хороший листик, а не вот это вот, что растет. Да? Идем дальше. Дальше у нас она не в сторону такая каркасная, немножко вверх. У нее выросло много тоже очень сильных убираемых. Очень важно у них основание прочистить. То есть вот мы убрали вот здесь в основании, мы видим эту ветвь. То же самое здесь. У нас тут была пара ветвей. Вот тут внизу. Вот сейчас теперь их видно. Вон все срезы. Вот, поэтому это мы убираем. И дальше работаем, как всегда. Вот толстое такое убираем, заменив на вот такую тоненькую. И эту тоненькую сокращаем, чтобы она не росла очень-очень длинной. Тут какая-то странная наверх топорчащаяся уходит. И вот тут он не очень у нас стал ветвиться. Поэтому сократим еще раз. И вот здесь это остается. Вот она почти не ветвится. Вот эта новенькая, секунду. Вот эта новенькая уходит. Вот так пока ее с пенечком не подлезть остается. Все. Дальше идем. Так, что у нас тут? Тут у нас уже и в сторону веточки. Вот они есть. Вот. И в то же время, сейчас вершину уберу, вот здесь чуть-чуть наверх, чтобы у нас не было ямы здесь. Поэтому это тоже, то, что это на этих же ветвях. То, что это наверх, пока убираем сюда и рассматриваем вот это. Вот здесь нам хорошо бы вот так вниз листиком воспользоваться.
Здесь так в сторону. Тут у нас слишком длинные междоузлия, сокращаем. Тут что-то топорщится из поросли, убираем. От другой ветви идет сюда сильно. Опять это все загнули. Ай, секунду. Это сокращаем. Вот у нас веточка. Она во все стороны. Вот это... Ага, тут есть малюсенькая, сильная, сильная. Смотрим, куда нам ее надо, куда мы хотим, чтобы она располагалась. Вот это у нее наверху. Переводим на эту маленькую. Так. Тут, сейчас, секунду, мне плохо видно. Ага, оставим эту. Оставим вот эту малюсенькую. А эту серединку уберем совсем. Сейчас покажу, почему. С ее основания. Вот тут надо убрать пенечек, а то он начнет расти опять. То есть мы их разводим уже в стороны. Одна в сторону, вторая вперед. И вот назад чуть-чуть маленькая в сторону. Теперь эту, которая вперед, сокращаем до одного листа. Она очень сильная. Один лист достаточно, один лист в основании. И вот эти две малюсенькие пойдут расти. И, ой, и вот это пойдет расти. Ну, будет хорошо. Так. Вот ветвь, которая у нас вверх идет. Вот вверх. И у нее вот еще ветвь, которая хочет стать каркасной вот в стороны. Но у нас вот тут есть ветвь неплохая. Вот эту, что мы сейчас сделали. Туда дальше. Она здесь просто лишняя. Будет просто загущать. Убираем. Незачем. Так. Сейчас я посмотрю, если боковые еще какие-то остались. Там внутри какой-то начал расти, надо убрать. Вот так. Секунду, его выну. Угу. Так. Сейчас уберу вот тут пенечки, которые могут начать расти опять. Теперь к ним можно подлезть. Так, и идем. Значит, у нас крону, вершину делает. Вот это одна ветвь. Остальное убираем. Вот эта ветвь. Сейчас. Вот эта маленькая веточка. Вот здесь. И самая в центре вершина. Ну вот, со всех мы их и начнем. Сейчас что-нибудь вот с этой начнем. Вершину убираем в сторону. Тут у нас что есть? У нас есть маленькая, хорошая, замечательная. Есть очень сильные. Очень сильные мы все-таки убираем. Вот тут дальше опять есть маленькая, средняя. Вот это у нас была. А это выросла совсем новая. Вот мы ее совсем новую сократим. Даже до одного листа, который вниз идет. Так. Здесь три. Выбираем, что нам надо. Посередине убираем. Так. А эти вот так. И здесь... Ай, тоже до одного аж листа, потому что она на конце сидит. И здесь у нас осталось вот две ветви. Тоже смотрим, что из них. Из них вот эту нижнюю уберем, потому что она с нижней ветви конкурирует. А эту, наверное, вот так опять до одного листа. Все. Так. Следующее вот это у нас. Что у нас тут? Примерно так же мы выбираем. Тут попроще, то она не сильно обросла. Поэтому буквально пара ветвей сократилась на ту точку роста и листик. Так, вот тут. Сейчас, секунду. От этой ветви шло аж туда. Убираем. Видим опять внутри что-то. Так. Вот это у нас осталась одна последняя и вершина. Так, тут у нас вот большая, сильная. Сейчас, секунду. Что мы с ней делаем?
Мы ее совсем уберем, она ложится вот на эту хорошую ветвь. Поэтому вот это мы уберем. Секунду. Вот так. Во. Вот эта часть тоже сильно ложится. Убираю. И осталось у нее вот это. Мы ее вот так. А эту сокращаем до одного листа. И то сейчас я на нее посмотрю. Может, мы ее уберем тоже. Нет, пусть будет пока. И тут убираем тоже точку роста до одного листа. Вот, то есть эта ветвь сюда в сторону, а тут что-то чуть-чуть вот так вот крону идет. Так, и осталась у нас центральная. Она у нас вершинка. Тут смотрим, сильное убираем сразу. Нам не нужно, чтобы очень-очень далеко шла. Это убираем. Вот у нас будет новая вершина, маленькая. Вот это очень сильное убирается полностью. Она была оставлена в прошлый раз, но выросла чересчур сильной. Поэтому не надо. И здесь вот это тоже было оставлено. Она тоже перегнала очень сильное. Мы ее тоже убираем. Потому что у нас есть вот слабенькая, более слабая. Вот это. И вот это. Вот из них будут у нас веточки. Мы их сокращаем до пары листиков. Так. Эту тоже. Так. И пришли к самой вершине. Она у нас пытается уйти куда-то туда упасть. Тут пришлось удалить все очень сильные. Поэтому выбираем лист, который чуть-чуть ее вернет обратно. Ярко выраженного лица у этого фикуса нет. Он такой интересный со многих сторон. Поэтому он кругленький. Но в принципе, наверное, вот эта сторона такая вот более интересная. По крайней мере, я его так с нее фотографирую, чтобы он был узнаваемый. Ага, вот теперь видно, что вот пропущено. Это можно оставить вот таким образом. Все. Это просто была там зелень, а недолго-долго пустая ветвь, да, что-то зелененькое. И, ага, вот еще у нас маленькая пропущена. Это обязательно просматриваем, потому что все вот эти неудаленные точки роста, они пойдут сейчас быстро расти. Вот тут у нас тоже, но тут просто один лист и точка роста, не трогаем. Так. Ну. Все. Все. Вот такой он уже. Уже у нас нет каких-то ям. Сейчас это все зарастет мелкими листиками. И будет очень симпатично. Вот следим, если внутри у нас никто не пропущен, какая-то веточка. Потому что вот внутри, вот если так сверху на него посмотреть, если у нас там внутри какая-то зелень куда-то тянется с одной стороны в другую, просто загущая снизу вверх, то это ни к чему. То есть каркасные ветви уже определены, больше их не будет, вершина вот определена. И буквально будут они все потихонечку заращиваться, чтобы был мелкий хороший листик. Ну, так что все, отправляется обратно на улицу, будет расти дальше и радовать нас. Все. Подписывайтесь на канал, увидите продолжение. Удачи!